До этого барнаульцы буквально размазали по льду соперников из Санкт-Петербурга со счетом 10-2 и оказались сильнее в полуфинале, который получился сибирским, играли против Новокузнецка. Долгое время на табло горели нули, команды обменивались опасными атаками. Лишь в третьем периоде динамовцам Никите Денисову и Максиму Машошину удалось распечатать рамку Столиваров. В другом полуфинале челябинцы без особого труда, буквально на одном коньке, обыграли тимирязевских зубров из Москвы. Счет выглядит просто неприличным. 11-0. В результате представители Новокузнецка и столицы России поборются за бронзу, барнаульцы за золото. Кирилл Политов, «День с толком».